Сегодня в большинстве квартир установлены современные ПВХ-окна. Они, в отличие от старых деревянных, которые было сложно открыть, легко открываются и закрываются. Несомненно, это удобно для взрослого человека, но для ребенка это опасно. Они легко справляются с оконной ручкой, что может привести к необратимым последствиям. За прошедший 2022 год в единой дежурно-диспетчерской службе зафиксировано 3 подобных случая. Так, 4 июля 2022 года на скорую медицинскую помощь обратились жители с улицы Ленина, 78. Из окна 5-го этажа выпал ребенок 5 лет, 2017 года рождения, который был госпитализирован в травматологическое отделение ЦГБ Каспийска. Другие 2 случая – это выпадение с окон 2-го этажа 2-этажных домов. Проблема в том, что многие родители полагаются на москитную сетку, думая, что она станет препятствием от выпадения ребенка из открытого окна. Однако это ошибка. Крепление даже самой прочной москитной сетки не рассчитано на вес ребенка. По этой причине уже 4-й год под руководством руководителя Федерации бокса Хабиба Лахвердиева и оконной фирмы «Фортуна КБЭ» проводится акция по раздаче предохранителей для окон, дабы обеспечить безопасность ребенка. Мы 4 года подряд мы делаем рассылку в соцсетях, по группам. И на одну семью, на детскую комнату совершенно бесплатно может прийти, взять, созвониться с нами, с нашей фирмой. И мы здесь на месте предоставляем. То есть это вообще не проблема. Мы хотим оказаться причиной того, чтобы наши дети были в безопасности. Кроме того, управление по делам ГОЧС предлагает рекомендации для родителей по профилактике случаев выпадения детей из окон. Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где находится открытое окно. Пока ребенок находится в помещении, открывайте окна только для, в режиме проветривания. Поставьте на оконные ручки стопоры и не позволяйте открывать окно настежь. А также не оставляйте возле окон предметы и мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник. Соблюдайте элементарные меры безопасности, и ваша бдительность поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.